Привет всем! Сегодня будут интересные и необычные находки моих подписчиков, а это значит, что вы увидите все впервые. Итак, мой подписчик Сергей откопал вот такой вот клад на свой день рождения. Где, спросите? Так в земле, понятно же где. А точнее, в Житомирской области. С прибором Expedeus. Лежал не очень глубоко, примерно на глубине штыка. Местные жители говорят, что на этом месте когда-то жил зажиточный еврей. Ну, был в свое время раскулачен и сослан в Сибирь. Но что же нашел поисковик? Там был серебряный стакан и 5 таких же стопочек, но поменьше. И под это все поднос, тоже из серебра. Вся посуда была деформирована, может от земли, а может в то время, когда прятали и согнули. Но серебро мягкий металл, думаю, толковый ювелир все сделает быстро. На посуде есть рисунки, но это как бы такая ручная чеканка, не очень красивая и тонкая гравировка. Были и золотые монеты. В том же стакане, помните, а сверху все заткнули стопкой. Всего было 13 золотых монет, все Николая II. Монеты по 5 рублей были по годам от 1897 по 1900. И было 2 монеты по 10 рублей 1899 и 1900. Все серебро было 84 пробы, весом где-то 132 грамма. А золото 64 грамма. Сколько это стоит? Ну, в наше время примерно где-то 2800 долларов, это за монету. А серебро, ну, цена металла плюс 10-15% интерес, ну и желание владеть. Может дороже, ну, смотря как починить. Посмотрите, друзья, какую интересную монетку нашел мой подписчик. Я понимаю, кто-то скажет, что там интересного, это уже какой-то смывок. Выбросить его на лом и все. Ага, монетка найдена в Полтавской области, как всегда случайно, дома на огороде, не про то. Понятно, что время ее не пощадило. Целая была вот такая. Нет, не признали? Это монета номиналом драхма, по годам 590-628. Монета Сасиниды Хосров II. Кто такая Сасинида? Нет, это не человек, это целая империя. А Хосров II это правитель. Что за империя такая? Царство иранцев или Персидское царство. Вспомнили, да? Страшно даже представить, где персы, а где огород в Полтавской области. Но как монета попала на огород к моему подписчику, можно только гадать. Но как бы там ни было, находка просто ух, крутая. Так что, друзья, если хотите увидеть свою находку в моих видео, напишите мне по ссылочкам снизу.